разбираетесь в вине? Немного. Вы мой спаситель. Я Крис. Скай. За внезапные встречи. За внезапные встречи. Вот позор! Эй, отойди от моей машины! Мы не хотим проблем! Постой, постой! Черт! Девушки, снова опаздываете с арендой. Ничего не скажешь, где ты была всю ночь? Я видел репортаж в новостях. Лиса! Твоя соседка. Скай, ты должна связаться с полицией. Это было бы так глупо. Почему? Ожидаешь доставку? Чувак, как колено. Хорошо я поработал. Пришла пора, милый мой, узнать тебе всю правду. Это что, подстава? Наконец-то дошло. Скай, ах ты негодница. Страшно, да? Ты расскажешь мне все пароли и коды. День рождения матери. Девичья фамилия мамочки. Ты позовешь Криса или мне вызвать полицию? А вот и он. Папа! Что им нужно? Абсолютно все. Парень, ты цел? Поехали отсюда. Расскажите, что у вас случилось? Меня зовут Кристофер Деккер. У меня дома женщина, она удерживает меня против моей воли. Она хочет ограбить и убить меня. Она... Я рада, что ты вернулся. Я думала, что потеряла тебя. Все хорошо? Ха, видел бы ты свою рожу. Назад! Боишься темноты? Обожаю.